Доброго вечора, Ірина Анатоліївна. Дякую за можливість спілкуватися сьогодні. Я дуже сподіваюся, що наша розмова буде корисною нашим глядачам, більшою мірою, я думаю, людям, які займаються підприємницькою діяльністю. Хоча, мабуть, загалом ці теми, які сьогодні будемо підіймати, торкаються кожного. І я дуже сподіваюся, що і нам з вами буде цікаво сьогодні розмовляти, як, власне, завжди, коли ми з вами зустрічалися в кадрі. Поки ще не почали, я хочу таку коротеньку довідку дати про торгово-промислову палату, яку ви очолюєте. Можливо, не всі знають той функціонал, який має ця організація. Отже, вона не державна, не прибуткова, але має на меті сприяння бізнесу різностороннє. Там спектр послуг величезний. Ми говоримо і про юридичний супровід, якщо помиляюсь, поправляйте мене, і про освітній супровід, і про там підтримку в отриманні документів, і навіть про переклад з там найтаких далекіших для мене, принаймні, мов, навіть з корейської, по-моєму, ви теж можете перекладати. Єдине, що здивувало мене, коли я вивчала роботу торгово-промислової палати, що кількість її членів на сьогодні близько 160 представників підприємницької діяльності. Питання ось в чому. Сьогодні особливо і взагалі, невже не потрібна підтримка бізнесу? І чому так мало людей прийшли до вас, аби співпрацювати і отримувати від вас послугу? І скільки їх було, коли ви почали свою роботу 8 років тому? Чи стало їх більше? Що ви для цього робите? І чи взагалі торгово-промислова палата має, в принципі, на меті залучення більшої кількості підприємців? Благодарю за вопрос. Настя, 8 лет назад, когда меня избрали президентом торгово-промышленной палаты, на самом деле де юре было 160 компаний членов торгово-промышленной палаты, а де-факто оказалось их 30. И я понимала, что нужно что-то сделать, ну, неимоверное, да, для того, чтобы бизнес поверил в работу торгово-промышленной палаты. Бизнес пришел к нам со своими проблемами, с тем, что их беспокоит. Но для этого нужно было, конечно, очень много поработать в плане того, чтобы в палате провести реорганизацию. Вы уже сказали, мы не прибутковая организация, и очень не хотелось, чтобы наши услуги были созвучны услугам малого и среднего бизнеса. Нужно было так выстроить систему работы палаты, чтобы к нам пошел бизнес и понимал, что да, мы та организация, которая может лоббировать интересы бизнеса, и мы та организация, которая может помочь в любых вопросах. И для этого, естественно, был мозговой штурм. К сожалению, мне пришлось из 75 человек того состава, который был в торгово-промышленной палате до моего прихода, оставить практически человек 6-7, а далее набирать абсолютно новых людей, профессионалов. Но я не буду умалять достоинства тех людей, которые работали до моего прихода. Они тоже были профессионалами, но всему свое время. Мне нужно было, чтобы все быстро менялось. Мы должны были шагать в ногу со временем. А вы помните, это 2013, 14, 15. Это были непростые времена. И я понимала, что 30 компаний, которые фактически были, и 160, которые были задекларированы, это абсолютно несоответствие. Это было абсолютное несоответствие. Поэтому мы перевернули с ног на голову все, наверное. И я понимала, что будет очень много в мою сторону недоброжелательных моментов. Но мы это пережили. И я думаю, что на сегодня мы одна из
современных торгово-промышленной палат України. Так думаєте ви, чи і представники бізнесу теж? Їх побільшало? Ви сказали, станом на тоді було реальних 40. 30 було їх. Навіть так. Да. А все інше було, ну я так розумію, тільки на папері. Да. Це реальні люди сьогодні, ті 160, які заявлені? Сьогодні не 160 компаній, а на самом деле 140. І у нас вообще-то, чтобы компания была членом палаты, она должна платить членские внески. Так вот, мы одна из палат, где практически сколько задекларировано членов палаты, столько и оплат. Ну, понятное дело, все течет, все изменяется. Очень многие компании в связи с разными моментами за эти 8 лет закрывались. Какие-то открывались, но в общем-то я довольна тем, что сегодня у нас стабильно 140 компаний, которые из года в год доверяют нам, а раз они нам доверяют, значит, платят членские взносы. Но хочу сказать, что мы не останавливаемся на достигнутом. У нас будет много программ, они и сегодня есть, и в планах программы для бизнеса. Я думаю, что благодаря нашим новым программам бизнес придет к нам в палату и будет отдавать свои членские взносы за нашу работу. Яким чином відбувається контакт? Все-таки ви більше шукаєте представників бізнесу, яких би залучили до кола свого спілкування? Чи до вас приходять за послугою? І чи розширюєте ви свій спектр послуг? Як тільки що ви вірно сказали, час диктує нові вимоги. Тому доводиться змінювати фахівців. Можливо, ті фахівці, які були, вони професійні, але вони професійно вміють робити те, що сьогодні вже немає запиту серед підприємців. Як ви за цим слідкуєте? Можливо, за чим найчастіше до вас приходять сьогодні представники бізнесу? За якою послугою? Ну, сьогодні ви ж знаєте, така є у нас услуга – форс-мажори. И мне бы очень хотелось, чтобы как раз за этой услугой к нам не приходили. Ну, у нас 20-й рік суцільний форс-мажор. Да, он у нас и так форс-мажор, да. Но мне бы очень хотелось, чтобы за этой услугой как раз к нам не приходили. Вот. А так все знают, что мы 4 года были представителями Европейского Союза. Была программа «Еврофобизнес», где шло финансирование Европейского Союза. И мы, естественно, вкладывали финансы для программ для малого и среднего бизнеса. Это и обучающие, это и тренинги, это и выставки, это и переводы, смею заметить. Вот. Это и ораторское мастерство. Да, ну, очень много программ за это время прошло. И благодаря тому, что мы имеем страничку в Фейсбуке. Помимо этого, очень много тренингов, которые проходят на территории палаты. К сожалению, сегодня этого нет. Больше онлайн, чем офлайн. Вот. Ну и вы же знаете, бизнес он таков. Если ему удобно, хорошо, профессионально, то, естественно, они приходят. Если они не видят отдачу, то они не будут к нам приходить. Но сегодня я довольна вообще-то работой своих сотрудников. Неплохо работает палата. Тобто, но есть к чему стремиться. Завжди. В основном до вас приходят за освітніми послугами. Я вірно вас розумію? Нет. За любыми. У нас же много направлений в палате. И для каждого направления есть свое управление и есть квалифицированные кадры. Очень много обращаются по внешнеэкономическим связям. Много обращаются за переводами. Но это тоже связано с внешнеэкономическими связями, потому что нужно переводить контракты. Обращаются, ну, я уже говорила, в юридический отдел за форс-мажорами. И не только эта услуга, но и проанализировать контракт. И у бизнеса возникает очень много вопросов с юридической стороны. Вот. У нас, ну,
Перечислять сейчас то, чем занимается торгово-промышленная палата, наверное, не надо. И мне бы очень хотелось, чтобы наши зрители зашли на сайт как раз торгово-промышленной палаты и посмотрели, чем мы занимаемся, и нашли для себя услугу, та, которая им интересна, и пришли к нам в палату и стали членами. Про сайт. Я подивилася, якщо я стану підприємцем, чи коли я стану підприємцем, я обов'язково теж долучуся до роботи з вами. А поки що я вивчала як журналіст, і от, що дізналася, що ви ведете спільні справи з Австрією, Білорусією, Грецією, Казахстаном, Молдовою, Польщею, Росією, Румунією, налагоджене співробітництво, так написано на сайті. Чим цікава Україна? Підприємці Кіровоградщини цим країнам, які зв'язки ми маємо, в яких реальних, скажімо так, контрактах або там проєктах ми співпрацюємо? Ну, смотрите, ми ж так, зараз кажу сільхозобласть, обідеться Павло Леонідович Штубман, да? Сільхозмашиностроєння. Ну, він теж певним чином дотичний до цієї теми. Сільхозмашиностроєння, вот. І, звісно, очень интересует и наша техника. Интересует, ну, сельское хозяйство, понятное дело, да? Это экспорт нашей продукции туда, сельхоз. Очень интересна и наша халва. Вы знаете, что компания «Золотой век» экспортирует свою продукцию в 50 стран мира. И не только эта компания. Можно... Я вот вам не сказала, что в торгово-промышленной палате обслуживается не только малый и средний бизнес, но и крупный бизнес, наш тоже обслуживается в торгово-промышленной палате. И можно производить очень много продукции, но еще нужно уметь ее реализовывать. И вот здесь торгово-промышленная палата тоже может помочь в нахождении партнеров. Может или уже помогает? Помогает, конечно, помогает. Станом на сегодня помогает. Уже есть проекты, которые реализованы за ваше сприяние? Хочу сказать, что за 8 лет практически 100 контрактов мы помогли подписать нашим предприятиям. И неважно, члены они торгово-промышленной палаты или нет. Дело в том, что торгово-промышленная палата помогает бизнесу любому. И неважно, повторюсь, член он торгово-промышленной палаты или нет. Но, конечно, хотелось бы, чтобы они свои внески, они уж не очень небольшие, там 2-3 тысячи гривен в год, вот, но внеся эти деньги, они таким образом будут поддерживать специалистов торгово-промышленной палаты. Потому что, ну, мы же не только, честно говоря, живем за счет услуг, а еще и небольшая сумма, ну, за счет членских внесков. Вот. Чи відчуваєте ви, що темпи, скажімо так, співпраці знизилися в зв'язку з пандемією у світі? Взагалі про цю тему будемо говорити окремо великим блоком. Мені цікаво, що відчуваєте ви в контексті запитів від іноземних партнерів? Як у них справа? Знаєте, що кризис, з кризисом столкнулись всі країни. И бизнес находится приблизительно везде в одинаковом состоянии. Здесь другая ситуация, как помогает государство малому, среднему там, и крупному бизнесу. Ну, вы знаете, что у нас сейчас много программ, где государство выделяет финансы. Вот, я потом... Мы, я думаю, остановимся на этом более глубоко. Вот. Но, знаете, это и новые возможности. Мир не стоит на месте, и мы привыкли общаться B2B, офлайн. Но наступил тот момент, когда нужно идти вперед, нужно переводить свое общение на другие рельсы. И мы сегодня, палата, уже даже проводит выставки в онлайне. У нас ежегодная была выставка China Home Life Show. И наше предприятие выезжали в Польшу
на эту выставку. Сегодня мы проводим эту же выставку, но в онлайне. И не только мы останавливаемся на этой выставке. Еще ряд стран к нам обратились для привлечения нашего бизнеса к таким выставкам. Ну, хочу сказать, что касается выставок, не забывайте, наша международная выставка «Агроэкспо», ее никто не отменял. И то количество бизнеса, которое собирается на этой выставке, а вы же помните, начиналась она там с показа техники. Она немало навіть статусу міжнародної на початку. Да, ну она, конечно. Вот. Но вы обратили внимание, что собирается разный бизнес. То есть это площадка для всего бизнеса раз в год показать то, чем он интересен для Украины в первую очередь, но и для международных стран. Хочу сказать, что моя розовая мечта все-таки построить на базе торгово-промышленной палаты постоянно действующую выставку. Мы уже и площадку расчистили, и ищем инвесторов. В принципе, появляются, уходят инвесторы, ну, я имею в виду, появляются люди, которые сначала готовы вроде как построить эту площадку, потом у нас пандемия, еще что-нибудь вот, происходит обязательно. Но я считаю, что на Кировоградщине обязательно должна быть постоянно действующая выставка. Потому что мы столкнулись с тем, что бизнес здесь, у нас, на Кировоградщине, не знает компании, которые, чем компания занимается. То есть у нас здесь... Вы имеете в виду, что одно другое не знают на территории? Да, совершенно верно. То есть мы столкнулись с тем, что каждый занимается своим делом и пытается реализовать свою продукцию там, в Украине и за рубеж. А здесь реализовать, на Кировоградщине, он не может свою продукцию, он даже не знает, что здесь есть компании, которым его продукция жизненно необхідно. Можливо, це через те, що наш бізнес завжди в умовах працює виживання, напрузі. Ви сказали, є багато державних програм, які там покликані допомагати, підтримувати. Покликані – це одна історія. По факту ми знаємо, що зараз, особливо в умовах пандемії, зачинено чимало кафе, не вивозять люди, просто не мають можливості працювати далі. Чи повернуться вони потім знову на ті рейки, на яких вони були до того, і чи ми вийдемо на той же рівень, який мали, це ще питання, тому що час іде, треба витрачати кошти на утримання там, приміщень і так далі. Розходяться колективи. Ну, те, що я спостерігаю, я не бачу, щоб держава надто допомагала бізнесу. Якщо я помиляюсь, поправте мене, це те, що я чую від своїх друзів, які мають бізнес і в там рестораторській, і в будівельній сфері. Люди бояться витрачати кошти, вони їх притримують. Мається на увазі покупці. Там хтось хворіє, хтось боїться захворіти. І умови такі, що доводиться просто виживати. Цікаво, що вам розказують. Я хочу те, вам що сказати, розказують да. Мені за чашкою кави. Ви ж не забувайте, що у нас ще міняється законодательство. И вы говорите про выживание кафе и ресторанов, а вы не забывайте, что там поменялось законодательство. И сегодня есть масса программ. Вот у нас, кстати говоря, есть специалист Надежда Антоновна Валенчак, которая помогает рестораторам правильно обустроить их помещение. Такая программа ХАСП называется. Вот, для того, чтобы когда придет проверка, их еще и не оштрафовали за то, что у них все не так. А закон вступил в силу в сентябре месяце. Хочу сказать, что нужно уметь перестраиваться. Вы знаете, жаловаться всегда проще. Выходить на площади проще, не проще. Я не буду этот вопрос поднимать, но я всегда говорю, что если происходит что-то, оно происходит зачем-то. Значит, нам надо учиться, нам надо перестраиваться. Как было, уже не будет. Ну, вот предприниматели должны понять, что как было, уже не будет. Надо абсолютно перестраивать свой бизнес. Надо понимать, вот вы говорите о кафе. Обратите внимание, что часть кафе перешли совершенно на другие формы, да? Они готовят, то есть работать же можно? Можно. И
свою продукцию, которую производят, на вынос. То есть правильно, надо заключать договора с предприятиями. Ведь у многих предприятий закрылись тоже там кафе. Но вы можете там в ланчбоксах привезти им и так далее. Я не буду влезать в чужой бизнес, но я говорю о том, что да, сложно, но кроме предпринимателя ему никто не поможет. Государство может сегодня там финансово как-то помочь и так далее. Торгово-промышленная палата может помочь в реализации там, каких-то проектов, помочь в обучении, для того, чтобы там, модернизировать свое предприятие и так далее. Обращайтесь к нам. Чем чаще будет бизнес обращаться в торгово-промышленную палату, тем больше мы будем искать направление, формы, как помочь бизнесу. ТПП адаптувалась до карантину? Я маю на увазі, чи почали ви говорити людям або допомагати людям саме тим, чим їм потрібно допомагати зараз? Ми в умовах карантину, можливо, тренінги нові? Ми адаптувалися дуже швидко. Во-первых, приблизительно, что может такое произойти, еще в прошлом году мы понимали, что нужно переходить совершенно в другие формы общения с бизнесом. Мы поменяли полностью систему обеспечения компьютерной палаты. Мы выходим все время в Zoom. У нас выходит для бизнеса экономическая страничка. Каждую неделю ее готовят с выкладкой, что происходит в стране, что у нас в Кировоградщине, какие законы меняются, чем мы можем помочь для бизнеса, то есть чем мы можем помочь бизнесу. Я еще раз говорю, заходите на страничку Фейсбука торгово-промышленной палаты. Мы очень много информации даем там. Мало того, у нас наши специалисты, ведущие в онлайн, рассказывают о своих направлениях. И если бизнес, а бизнес у нас такой обизнанный, да, мы сегодня все в телефонах сидим, да, читаем, ну и в Фейсбуке, в том числе или в первую очередь. И там наши специалисты рассказывают о наших услугах. Мало того, за каждым специалистом торгово-промышленной палаты сегодня закреплены предприятия, которым мы прозваниваем и спрашиваем, что у вас происходит, какие нужно оказать услуги. Может быть, пролоббировать чьи-то интересы. А я всегда говорю, торгово-промышленная палата должна быть лоббистом в первую очередь. Потому что это бизнес. И что вам отвечают? Какие интересы и перед кем просят вас лоббировать? И насколько это, в принципе, возможно? Я хочу вам сказать, я не знаю, можно ли в этой передаче рассказывать или нет. В этой можно все рассказывать. В этой все можно рассказывать. Но возникла сейчас ситуация, допустим, по таможне. У нас появился клиент, который захотел купить оборудование. Вот. Я не буду рассказывать подробности, но во всяком случае мы эту справу довели для нас сегодня до логического конца, потому что мы теперь ждем, что скажет нам министерство, потому что все документы были подготовлены, мы работали вместе с таможней. Я думаю, что если выйдет изменение в законодательстве, это благодаря тому, что торгово-промышленная палата именно Кировоградской области подняла этот серьезный вопрос. О чем я еще хотела сказать? Мы все говорим об инвестициях, да? Так вот, торгово-промышленная палата Кировоградской области ведет такой проект. Не знаю, знает ли на Кировоградчине, что у нас строится завод по пенопласту. 3 года назад мы завели сюда инвестора, которому на протяжении этих 3 лет помогаем, сопровождаем этот проект. И буквально на днях приезжал этот инвестор, хвастался мне. Посмотрите,
фотографии мне показывал. Мне было смешно, потому что я на этом объекте раз в неделю или раз там, в две недели бываю, смотрю, что вообще там происходит, потому что я тоже заинтересована, чтобы у нас на Кировоградчине открылся завод, где открывается 200 рабочих мест. Извините меня. В цьому зацікавлені всі, особливо ті, хто на тих місцях буде працювати. Совершенно не то, щоб інвестор заходив, треба, щоб інвестор довіряв території і представникам влади на цій території, аби не було корупції, таке інше. Я думаю, історія про екс-голову ОДА, якого арештували, чи там згідно чинного законодавства вживали всі відповідні заходи, нам не додала привабливості для інвесторів. Але я зараз про інше хочу вас ще спитати. Ви сказали, що можливо, я вас невірно зрозуміла, ви поправте, що виходити на площу простіше, ніж шукати вирішення проблеми, там, як діяти далі бізнесмену, підприємцеві. Тим не менш, люди на площі, і вони, очевидно, хочуть, щоб їх почули. Часом це буває єдина можливість висловитися і привернути до себе увагу. Локдаун. Розділилися думки щодо того, чи потрібен він і в якому вигляді він потрібен. Ви не тільки очолюєте торгово-промислову палату, ви й сама підприємець, який свого часу стояв у витоків створення рекламної діяльності на Кіровоградщині, я кажу про «Антураж А», одне з, мабуть, найвідоміших агентств в Кропивницькому, так точно, мабуть, і за його межами теж. І от… Мабуть, ви переживали складні часи, мабуть, теж хотілося взяти там, я не знаю, кришку і каструлю, вийти на вулицю, аби кричати, аби тебе почули, але ви складні часи пережили, раз підприємство і досі працює. Який секрет переживати складні часи, по-перше, а по-друге, ви як підприємець, що думаєте про локдаун? Ну, во-первых, я, може бути, оговорилась, я не говорю, що проще, але я завжди говорю, що не треба допускати. Чтобы люди выходили на площадь. Знаете, я придерживаюсь совершенно другой точки зрения по поводу выхода на площадь или там, модернизации там, компании. За 27 лет рекламного агентства «Антураж А», а нам в следующем году 26-27 будет в мае, были же разные времена и разные ситуации. У меня никогда не возникало, как это взять крышку, да, там стучать и выходить на улицу. Нет. Любая ситуация, она тебя заставляет в первый момент остановиться и подумать, а что дальше? Я не буду говорить, что я там приспособленец, но... любая ситуация, она тебя заставляет перестраивать свою компанию. Перестраиваться в первую очередь самой, если ты возглавляешь эту компанию. Я против митингов. Вот лично я. Всегда надо договариваться. Но договариваться до того. Понимаете, ситуацию надо отслеживать и смотреть, а что может быть. Вот у нас сейчас да, такая непредвиденная локдаун. Плохо это или хорошо? Я переболела коронавирусом. И я считаю, что иногда надо отступить, чтобы потом наверстать упущенное, ну, в моем понимании. Потому что заболевание на самом деле непростое. И если твоя жизнь зависит от того, неделю или две ты будешь дома, а потом живой, здоровый, наверстаешь упущенное, будешь работать, перестроишься за это время, может быть, в онлайне какую-то страничку откроешься, откроешь. Далее продумаешь за эти две недели, а как ты будешь перестраиваться, как ты будешь жить дальше. Но я за то, чтобы... Иногда надо сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. Но это мое личное мнение. Плюс мы сегодня, ну вот если брать антураж, да, действительно, клиентов меньше. Ну, во-первых, не забывайте, люди же начали экономить финансы. Потому что так как меньше приходит, естественно, ты меньше и тратишь. Но
в торгово-промышленной палате есть такая услуга – сопровождение тендеров. Ну, говорят, надо тренироваться на своих, да? И вот как бы мы взяли рекламное агентство «Антураша». Рекламное агентство «Антураша» проплачивает торгово-промышленной палате за сопровождение тендера. И вот мы начали выигрывать тендеры. То есть мы уже ни с кем не общаемся, а мы общаемся с компьютером. По прозору приходит информация, что нужно компаниям, мы участвуем в тендерах. И я всем предлагаю, что нужно иногда пересмотреть свое отношение. Не придет к тебе уже клиент. Вы знаете, я вчера ехала из Харькова, и мы проезжаем громадное здание. А там написано «Новая почта». Мы все время думали, что там строится. И стоит масса автомобилей. Это говорит о чем? Что люди через интернет заказывают то, что им надо. Ну так надо же перестраиваться и здесь. Як ви вважаєте, держава повинна допомагати перестраюватися? Чи це однозначно виключно завдання бізнесмена? Самотужки вирішити? Якщо ти раніше булочки випікав і продавав їх в своєму кафе, то тепер пакуй їх в пакети через нову пошту. Ну, я скептицизм. Це скептицизм. Однозначно. Ми ж платимо налоги. Ви не забувайте це. І ми налоги платимо не для содержання вот. А мы платим для того, чтобы, когда плохо бизнесу, государство помогало. И сегодня такая ситуация. Да, государство начало помогать, но у нас чуть-чуть, знаете, одной рукой даем, другой забираем. Вот этого не должно быть. Когда трясет государство, трясет и бизнес. Когда стабильно государство, тогда стабилен и бизнес. Потому что он знает, что если вдруг что-то происходит, то руку помощи ему протянут. У нас, к сожалению, чуть-чуть по-другому происходит. У нас государство сегодня задерживается. Вот понимаете, не делает два шага вперед, чтобы не выходил бизнес на площади. А у нас так, бизнес вышел на площадь, ему дали что-то. Ну, не буду говорить подачку, да? Вот этого не должно быть. И никто не говорит сегодня, то есть хочу сказать, что есть же еще для предприятий кредитование, вот эти 5-7-9. Ну, много еще банковских программ, где государство возмещает банкам проценты. Ну, все это нужно знать. Ну, по-другому не будет. Если мы не будем обучаться, не будем учиться, а ставку я в торгово-промышленной палате делаю именно для обучения бизнеса. Ну, не выживет бизнес, если не начнет шевелиться, если не начнет обучаться. Кілька, ну скажімо так, побіжних характеристик владі все-таки вже встигли дати, поки ми з вами розмовляємо. І питання відповідно наступного змісту. Чому ви самі не у владі? Хоча у вас вже було кілька, ну скажімо так, кроків у цьому напрямку. Ви балотувалися ще починаючи з 6-го року, якщо я помиляюсь, поправте, але востаннє це було в 15-му році від Європейської солідарності, ви балотувалися до, здається, міської ради Кропивницького, так? В 15-му році. До того ви балотувалися від блоку Литвина ще раніше шляхом самовисування. Чого цього разу, коли були вибори до органів місцевого самоврядування, ви не попробували свої сили, раз ви, ну, скажімо так, маєте що запропонувати, раз ви маєте уявлення, як повинно зрештою бути? Ну, во-первых, я президент торгово-промышленной палаты, і у нас, как бы, я не хочу сказати, що ми вне політики, так нельзя говорить, да, но нужно быть нейтральным, знаете. Ви вважаєте, що депутатство заважало би вам бути рівно віддаленою від об'єктів процесу? Да, я так считаю. Я так считаю. І мало того, всему своє время. Я була депутатом, я знаю роботу депутатську. Ну, мені це сьогодні, я не буду говорити, що мені не інтересно. Да, мені не інтересно, таке правда. Для мене інтерес сьогодні – це щоб
развивалось предпринимательство. Знаете, когда будет развито предпринимательство, будет богатый малый, средний и крупный бизнес, будут поступления в бюджет, будет развиваться Кировоградщина, будет развиваться Украина. Что я, какую лепту я могу внести? Только помогать развивать бизнес для предприятий. И то не я, а члены команды Торгово-промышленной палаты. Один в поле не воин. И я больше того скажу. Люди должны объединяться. Только в объединениях у нас получится что-то. Уже по одному человеку, ну вот, мне кажется, что и предпринимательство, и предприятие, вот у нас же есть там всевозможные спилки и так далее, их не должно быть много. Но если собирается группа людей, которые нацелены на развитие общества, они должны быть из разных сфер, но это должна быть одна команда. Объединение людей, которые нацелены на развитие Кировоградщины, Кировограда, Украины. Ви сьогодні відчуваєте діалог з місцевою владою? Я маю на увазі і Кропивницький, і Кіровоградщину, голова ОДА. Ну, зараз змінився голова обласної ради. До речі, чи вже мали з ним діалог, чи вже зустрічалися, чи презентувалися один одному для того, щоб в перспективі працювати? Я так розумію, мета то одна – розвиток області? Так, звісно. Ні, я ще не зустрічалася. Я вже говорила, що боліла. И в этот момент все происходило. Мы встретимся обязательно. Мне очень комфортно работалось с главой областной державной администрации Сергеем Кузьменко. И я хочу сказать, что это были 5 лет развития и Кировоградщины, и Торгово-промышленной палаты. Сегодня очень хорошие отношения с Андреем Назаренко. И я думаю, что у нас очень много, я не думаю, я знаю, и это уже прописано на бумаге, много интересных программ на следующий год. Что касается облрады, встретимся, пообщаемся. И я думаю, и новый глава облрады будет за развитие Кировоградщины, а значит, за совместную деятельность Торгово-промышленной палаты. За логикой так має бути. Ви вже сказала, що є багато програм на наступний рік. Трохи завісу привідкриєте на сам кінець нашої програми. Чого чекати від ТПП? Ну, во-первых, ми будемо продовжувати займатися тим, чим займалися всі ці роки. Ви знаєте, говорять, не треба бежать впереди паровоза. У нас много программ интересных. Я не хочу их сейчас озвучивать. Потому что иногда озвучишь, и ничего не получилось. Одно могу сказать, что да, мы будем все больше и больше появляться в онлайне. Все больше и больше наши специалисты будут каждую неделю рассказывать о новшествах, то, что происходит в палате, но и в Украине. Мы будем выходить с изменением, то, что с изменением в законодательстве. У нас много есть интересных программ, но офлайн никто не отменял. Я очень надеюсь, что где-то с марта, с апреля месяца у нас в палате возобновятся и обучающие программы, и выставки. А вы знаете, что мы в этом году провели первую медовую выставку-ярмарку. И однозначно на следующий год мы будем проводить ее. У нас территория позволяет. И на свежем воздухе ее провести.
І будемо ми приглашати і міністрів. Все буде добре на самом деле. Единственное, что надо верить в будущее. И я сама оптимист. Ну вот, поверьте, 27 лет будет рекламному агентству «Антураж». 8 лет я президент торгово-промышленной палаты. Ну ничего же не останавливается. Мир же он не остановится. Жизнь может остановиться, если ты плохо относишься к себе. В первую очередь. Плохо относишься к себе, плохо относишься к окружающим, плохо относишься к стране, в которой живешь. Я хорошо отношусь к себе. Я люблю свой коллектив. Я люблю Кировоградчину. Я люблю Елисаветград, Кировоград, Кропивницкий. Я люблю людей. І повірте, ну все буде добре. Я дуже сподіваюся, що аби для того, щоб все буде добре, щоб все було добре, торгова промислова палата буде співпрацювати і далі з підприємцями, буде їм корисно, і вони будуть на практиці відчувати, як ви любите Україну і людей в тому числі. Дуже дякую за розмову сьогодні.